привет! С вами Берсик и новогодний гивэвэй, в котором вы заберете себе всех этих кукол. Декабрь мой самый любимый месяц в году, потому что он предновогодний. И от этого особенно чудесатый, как говорит Мэдрин Хэттер. Вдобавок ко всей новогодней суматохе у меня еще в декабре день рождения. Но не будем отвлекаться от темы. Скоро Новый год, а значит пришло время дарить подарки. И уж кого-кого, а вас я не смогла обделить вниманием. Кукол для этого праздничного гивэвэя предоставил магазин «Империя кукол». Они сегодня в роли Дедушки Мороза, а я, походу, в роли Снегурочки. Давайте вместе скажем спасибо «Империи кукол» за подарочки и за желание радовать вас, моих зрителей, вместе со мной. Все контакты магазина я оставлю в описании к видео. И, кстати, если в вашем городе есть магазин «Империя кукол», я очень советую вам туда сгонять, потому что это не магазин, а настоящая выставка кукол «Ever After High» и «Monster High». Их там безумно много. Все куклы для этого giveaway были тщательно отобраны мной, прошли, так сказать, фейс-контроль, потому что я получаю особенное удовольствие, когда дарю то, что сильно нравится мне самой. Ну все, хватит вас томить, давайте скорее перейдем к условиям и подаркам. Розыгрыш будет проходить по традиции ВКонтакте, в Ютубе и в Инстаграм. И начну я с розыгрыша в Ютубе. В Ютубе будет два приза, и первый победитель получит в подарок сразу 4 кукол Monster High. Это сет Pack of Trouble, семейка вервульфов. Новый год – это отличный повод собраться всей семьей, покушать оливьешку, поэтому, мне кажется, семейный сет очень в тему. Кстати, на моем канале уже есть обзор на этот сет, и вы можете посмотреть его на удачу. И это еще не все, на Ютубе будет второй приз. Новогодние праздники у меня ассоциируются не только с новогодними огоньками и застольями, но еще и с чайными посиделками. Тортики потом приходится сгонять с боков весь январь, а то и февраль. В общем, я решила подарить вам куколку, идеальную для чайных посиделок. Это Series Hood из коллекции «Чайная вечеринка» или «Headtastic Party». Эверяшки из этой коллекции мне очень сильно нравятся, и я буду очень рада отправить эту серию кому-то из вас. Итак, для того, чтобы заполучить этих куколок и поучаствовать в моем YouTube giveaway, вам нужно быть подписчиком двух моих каналов «Days of Bears» и «Bears Review», поставить лайк этому видео, оставить под ним любой комментарий. Победный комментарий будет выбран случайным образом. ВКонтакте будет тоже два приза, и первый победитель получит идеальную для Нового года куклу. Она наверняка мастерски умеет упаковывать подарки, быстро стругает салатики, а еще очень громко хлопает в ладоши, потому что у нее их 6. И я думаю, что вы уже 100 пудов догадались, о ком я говорю. Это Вайдона Спайдер из коллекции «Я люблю моду». Эта куколка безумно крутая, и я знаю, что многие из вас о ней мечтают. Второй победитель ВКонтакте получит приз, продолжающий чайную тематику. Это розовенькая конфетка Брайер Бьюти из коллекции «Чайная вечеринка». Она в этой коллекции такая удачная, такая хорошенькая, еще выглядит такой правильной девочкой, что с ней можно пойти на чаепитие к бабушке, например. Чтобы испытать судьбу и поучаствовать в розыгрыше на этих двух замечательных кукол, вам нужно соблюсти определенные условия. Слушайте, пожалуйста, внимательно. Вам нужно вступить в мою группу ВКонтакте, а также в группу «Империи кукол» ВКонтакте. Все ссылки есть в описании. Сделать репост записи о конкурсе из моей группы к себе на страницу, то есть рассказать друзьям. Победители будут выбраны случайным образом. Ну и, наконец, для Инстаграма я подготовила один, но очень сочный и крутой приз. Это Сидер Вуд, доченька Пиноккио, все из той же коллекции «Чайная вечеринка». Честно говоря, из этой линии Сидер Вуд моя самая любимая куколка. Мне безумно нравится сочетание цвета ее кожи и платьишко. Все такое пастельное, красивое, вам же уже очень хочется ее, правда? Чтобы заполучить эту красотку, вам нужно зафоловить мой аккаунт в Инстаграм Bears Review, а также аккаунт «Империи кукол» Dolls Empire. В своем Инстаграме я выложу картинку, посвященную этому giveaway. Вам нужно сделать скриншот этой картинки и выложить ее к себе в Инстаграм. Внимание! Можно выложить только одну фотку для участия в конкурсе. Давайте уважать друг друга, и пусть шансы у всех участников будут равные. Обязательно укажите под фоткой хэштег «В Новый год с Берсиком» и ссылки на наши аккаунты Bears Review и Dolls Empire. Счастливый победитель будет определен случайным образом. Этот giveaway интернациональный, а это значит, что в нем могут поучаствовать жители всех стран. Победителя я объявлю 18 декабря. Не забудьте обвести эту дату красненьким у себя в календаре. Я желаю вам огромной удачи в розыгрыше. Я надеюсь, что мне удалось вас обрадовать, и вы будете с удовольствием участвовать. Кстати, если хотите испытать свою удачу по полной, то когда зайдете в группу «Империи кукол», полистайте, там у них идет еще один конкурс. Новый год – это как-никак время волшебства, поэтому нужно участвовать везде и везде испытывать удачу. И наверняка она вам улыбнется. А я прощаюсь с вами до следующего видео. Чаще улыбайтесь, любите котиков и проведите этот месяц сказочно.